январе 2023 года BYD представил свой новый бренд Yangwang и его первенца – электрический внедорожник премиум-класса Yangwang U8. U8 – электрический внедорожник премиум-класса с рамной конструкцией. В нем применяются передовые разработки компании, включая независимую регулировку подвески на каждом из колес. Интересными особенностями BYD Yangwang U8 являются возможность разворачиваться на месте на 360 градусов и даже плавать по воде, подобно лодке, и без труда пересекать небольшие водоемы. Из других особенностей отмечаются скрытые дверные ручки, D-образные стойки и аэродинамическая форма колесных арок. В боковые зеркала встроено по 3 камеры для исключения слепых зон и создания панорамы всего происходящего вокруг автомобиля. Он будет доступен с 20 и 22-дюймовыми дисками. U8 построен на новой платформе BYD E4 и укомплектован 4 электродвигателями, по одному на колесо, совокупной мощностью 1100 лошадей и 1280 ньютон-метров. Отдача каждого агрегата – 275 лошадиных сил и 320 ньютон-метров крутящего момента. Использование мотор-колес позволило реализовать режим разворота на месте. По заявлению производителя, с места до 100 км в час полноразмерный электровнедорожник ускоряется всего за 3 секунды. Заявлена поддержка разных режимов езды, в том числе по льду, снегу и песку. В настоящее время U8 проходит различные испытания в Китае. Более подробная информация о первом премиальном батарейном внедорожнике BYD появится после презентации на автосалоне. Минимальный ценник Yangwang U8 уже известен – $110 000. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи!